Привет, меня зовут Саша, и это канал «Архитектор, который вяжет». Сегодня буду делиться с вами премудростями и покажу несколько видов наборных рядов при вязании от мыска. Например, вот эти носки ячмени, вот эти алвар были связаны от мыска, и здесь я применяла турецкий наборный ряд. О нем я вам тоже чуть попозже расскажу, покажу, как он вяжется. И давайте не будем терять время, берем спицы и бежим вязать. И прежде чем перейдем непосредственно к самим техникам, хочу сказать, что они применимы не только при вязании от мыска, а также будут полезны для создания имитации фабричного края, для вязания плечевых швов без шва, чтобы, например, если вы японское вяжете плечо, не было ступенек, либо вам не нравятся сами швы, когда вы вяжете плечевые изделия сверху. Поэтому это очень универсальные методики, они, напоминаю, подходят не только для носков. Начну с самого распространенного метода, это магический набор Джуди, и нам нужно определить необходимую длину кончика, которую оставить. Обычно вычисляется она умножением необходимой вам ширины мыска на 3-6, зависит от вашей плотности, от номера спиц, от толщины нитки. Для демонстрации, мне кажется, вот такого длины достаточно будет. И теперь я на большой палец кладу кончик, а на указательную рабочую нить. И все зажимаю в кулак. Далее я ввожу спицы справа налево. И первая петля у нас формируется на нижней спице вот таким вот простым образом. Все, первая петля есть. Придерживаю ее большим пальцем. Далее нам стоит понимать, что нить с большого пальца формирует петли на верхней спице, нить с указательного пальца формирует петли на нижней спице. На нижней спице у нас есть петелька, значит, мы делаем такую же на верхней. Для этого нить с большого пальца пропускаем снизу между спицами, обвиваем верхнюю спицу сверху и возвращаемся назад. Две петли сформированы. Петлю на нижней спице формируем следующим образом. Нить с указательного пальца подводим снизу, обвиваем снизу же нижнюю спицу, сверху вводим эту нить между спицами и возвращаемся назад. Еще раз на верхней спице мы формируем следующим образом. С большого пальца нить мы снизу выводим между двумя спицами, обвиваем сверху верхнюю спицу и снизу возвращаемся в исходное положение. На нижней спице мы формируем следующим образом. С указательного пальца снизу проводим под спицами, сверху обвиваем нижнюю спицу, простите, снизу обвиваем нижнюю спицу и вводим сверху между спицами. Еще раз вводим снизу между спицами нить, сверху обвиваем верхнюю спицу и выводим снизу все назад. Снизу выводим нить так, чтобы она сверху прошла между спицами и возвращаемся назад. И продолжаем дальше набирать. Нужно, чтобы у нас было равное количество на верхней и нижних спицах, поэтому последняя петля у вас будет набрана с большого пальца. Я на мыски набираю обычно от 8 петель на каждой спице, это в сумме 16, но все зависит от толщины нитки и от модели, которую я хочу вязать. Здесь я наберу, наверное, сколько хватит нити. Ну вот уже здесь уже не хватает, поэтому вот столько осталось. У меня получилось по 10 петель на каждой спице, итого 20. Дальше я поддерживаю пальчиком переплетение кончика и рабочей нитки. Устанавливаю ее на указательный палец, рабочую нить. Продолжаю все придерживать. И верхнюю спицу, которая сейчас стала правой,
Я вытягиваю. И дальше я аккуратно приступаю к вязанию. На этом наборный ряд методом Джуди окончен. Дальше мы уже вяжем по рисунку. Вот я провязала по лицевому ряду на каждой спице, и такой наборный ряд у нас получился. Как видите, никаких ступенек, петелька к петельке. И дальше мы начинаем делать прибавки, как вам удобнее. Турецкий наборный ряд и набор восьмерки похожи между собой и немного отличаются принципами от магического набора Джуди. И в первую очередь тем, что они начинаются со скользящей петли. Вот я ее сделала и теперь ввожу для турецкого наборного ряда спицы. Вводится вязание они справа налево и петля устанавливается на верхнюю спицу. Вот я ввела спицу, затянула нитку и убрала кончик из вязания. Нам он больше не пригодится. И также скользящая петля в подсчете петель при наборе не участвует. Дальше переходим непосредственно к турецкому набору, и производится он обвитием нитью обеих спиц с движением на себя. Делаем полный круг. Раз. И мы набрали 2 петли по одной петле на каждую спицу. И так далее продолжаем набирать необходимое количество петель. Я наберу по 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот я их вместе соберу, подтяну немного. И следующее отличие турецкого и набора восьмеркой от магического набора Джуди тем, что вот на данном этапе набор не заканчивается. Наборный ряд будет полным после того, как вы провяжете лицевые петли на обеих спицах. Поэтому я все аккуратно придерживаю, вытягиваю верхнюю спицу, которая стала правой. И вяжу по первой спице лицевые петли. Мы дошли до второй спицы, и я уже говорила ранее, что скользящая петля, которая сейчас здесь первая, в наборе не участвует, поэтому мы ее снимаем со спицы и вытягиваем узелок. Все, придерживаем этот кончик, чтобы он нам не мешался. И дальше продолжаем вязать по второй спице лицевыми петлями. Вот так выглядит на спицах турецкий наборный ряд. Как вы видите, также нет никаких ступенек. Петля получается в петлю. И дальше мы приступаем к вывязыванию мыска или других изделий, которые у вас запланированы. Набор восьмеркой начинается так же, как и турецкий, со скользящей петли, но спица вязания вводится слева направо, и петля у нас остается на нижней спице. Вот я вела нижнюю спицу вязания в петлю, затягиваю ниточку и кончик также убираю прочь, поскольку эта скользящая петля не участвует в итоговом количестве набранных петель. Далее мы рабочей ниткой рисуем некую восьмерку, чтобы набрать петли. И происходит это следующим образом. Проводим между обеими спицами снизу и между двумя спицами сверху. Первая петля есть. И также нижнюю спицу обвиваем и проводим ниткой между спицами сверху. Вторая. И так продолжаем набирать. Важно следить, чтобы нить между спицами заходила всегда сверху. Два. Три. Четыре. Пять.
шесть. Видите, я рисую восьмерку в воздухе. Семь, восемь, девять, десять. Все хорошенько подтягиваю. Также придерживаю, чтобы никуда ничего не улетело. Нижнюю спицу вытягиваю, она сейчас стала правой. И по первой спице вяжу лицевыми петлями. Вот мы дошли до петель на второй спице. И аналогично с турецким наборным рядом. Первая петля, она скользящая. Она нам больше не нужна. И мы ее просто сбрасываем, вытягиваем узелок и уводим кончик, чтобы он нам не мешался. И здесь у нас петли расположены немного по-другому. Правые стенки у нас находятся сзади. И поэтому вторую спицу мы должны провязать бабушкиным способом. Вот, видите? Чтобы не было скрещенных петель. И вот так выглядят петли в наборном ряде восьмеркой. Мне этот способ чуть-чуть поменьше остальных нравится, потому что порой петли получаются вытянутыми. Здесь нужно контролировать натяжение и стараться затягивать все хорошо. Поэтому, если вы вяжете расслабленно, то все-таки я рекомендую вам воспользоваться методом Джуди или турецким, чтобы потом не было всяких растянутых оказий прямо на самом мысочке. Но в целом тоже интересный и полезный способ. И какая-никакая, но вариативность в таком занятии, как вязание от мыска. И это все три способа набора от мыска, которые я хотела вам показать, с которыми я хотела вас познакомить. Надеюсь, что видео окажется для вас полезным, эти методы пригодятся вам в вязании. Также очень рассчитываю на то, что ролик был снят понятно, поскольку я только учусь записывать такие шпаргалки, но если что-то не так, я, конечно же, все замечания учту, если вы напишите в комментариях. А сейчас я с вами прощаюсь, желаю вам только всего самого хорошего, а также вязать красивые вещи. Увидимся в следующих видео, и всем пока-пока!